Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас 4 часа утра, 11 июня. Напоминаю, плывем мы по Волге, реке Матушке, через часа 4 будет город Саратов. Чем тебе запомнился город Саратов? Очень зеленый. Купеческими домами, да, великолепным центром. А еще художественное литье. Литье, да. Очень красивое. Из чугуния. На Сергее Кучкине мы встретились со своей любимой Италией в лице Ирины и Татьяны, чему очень-очень рады. Мы надеемся, что следующая встреча будет в Италии, на куче, на итальянской куче, да. Кучкин. Обязательно. Не только в Италии. Всегда будем с выбором по Италии. Вот. А мы поможем вам с выбором хороших, обаятельных людей, которых нужно отправить в Италию. Вот! Вот, ребята, дорогие наши друзья, вы все слышали, это слова, это не просто слова. Третий Саратов мы как раз с вами и будем изучать. Дело в том, что не случайно Саратов принесли нам праздник от ловом рыбы и переправляли их в другие места, поэтому рыба была чуть ли не основным товаром. Любой город, конечно, начинался с центральной площади, а у нас еще и торговой площади, и вот на эту старую площадь. Гуляем по купеческому Саратову с туристами теплохода Сергей Кучкин. Это дом, который вы видите, это дом называется дом Елены, а ныне здесь ЗАГС. Трамвайчик туда-сюда назывался так в народе. Алла, мы с тобой в старом Саратове. Смотри, а по старому городу ходят машины. Посмотри, современные. Да, очень забавно. Вообще так здорово. Вот такой диорам большой, я первый раз вижу. Мультик прям, да? Ой, как красиво, Алла. Мы с тобой в 19 веке в городе Саратов.
чудный городок, очень красивый. И диорама потрясающая, очень интересно. Слушай, как же мы с тобой почему первый мы не видели в прошлый да, раз ее? Вот я так удивляюсь. Или она еще была, или была на ремонте, да? Да нет, она не на ремонте, она уже давно здесь, говорят, построена с 89-го года. Странно. Ну, как-то прошли мимо. Вот много всего такого, что во вторую, в третью экскурсию можно увидеть. Поэтому надо ездить в каждый город по несколько раз. Центральный рынок города Саратов. Фонтане пива саратовское. Кто не верит, приезжайте, проверяйте. А по выходным дням бьет спирт чистый, 96 градусов. Улица Кирова, город Саратов. Пешеходная улица, Арбат. Как ресторанчик называется, не заметила? Пешеходная улица Кирова, или даже проспект Кирова, город. Почему самарская, а не саратовская? А, да, саратовская. Саратовская гармонь. Да. Да, у нас сегодня вечером будет битва. Я говорю, что самый красивый город в нашем путешествии, в этом круизе по Волге, это Саратов. Алла считает, что Самара. Сегодня будем биться не на жизнь, а на следующий круиз и бутылку шампанского. Да. Пацаны купаются прям в фонтане посреди города. Зеленый, сырой, недозревший, потом также увеличивается в размер. Зерна созревают, их необходимо собрать. Есть два способа сбора. Это ручной, когда люди вручную проходят, отбирают только спелые, а не механизированные.
ДПК комбайн проходит снова намного выше, и ценится, соответственно, больше. Соответственно, конечный продукт гораздо дороже, чем будет финансированный использование. Далее после. Кофе вот здесь вот стоит, то есть одинаковый, друг напротив друга, чтобы нам... А вы только отправляетесь в путешествие? Ну, смотрите. У кофе, смотрите, первая чашка это Перу, вторая две Эфиопии. Эфиопии, почему я поставил две, потому что первая сюда мы не коммерцы. Так, давайте по поводу приобретения я покажу. Вчера мы покидали Волгоград, прям в ту минуту, как мы сели на теплоход, начался дождь, начался ливень проливной, с грозой, с молниями. И то же самое повторяется сегодня в Саратове. Уже вдали громыхают, я вижу молнии, гроза, дождь. Сергей Кучкин уже на всех парах стоит, уже вот-вот отправится. Не хватает только Владимира Кота. Бегом, бегом, бегом. Владимир Кот бежит, и Сергей Кучкин будет отправляться. Алла, да. Мы отправляемся из города Саратов. Саратов, я знаю, городок. Что он тебе понравился. Очень, 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 очень. Ты знаешь, это второй город, про который я кое-что подумал. А, что? Да ты что, не буду говорить. Ну, красиво. Да. Возьмите, если кто будет на круизе по речным, ну, на теплоходике, то обязательно возьмите купеческую экскурсию по Саратову. Да нет, подожди, а купеческая не заходит в музей? Да, ну да, тогда не заходит. Надо обе брать, надо два раза побывать здесь. Это точно. Надо побывать на двух экскурсиях, чтобы и в музее обязательно. Музей как называется? Музей Радищева. Да, там потрясающие... Потрясающие картины, причем подлинники, ведущих мастеров, художников России и много даже, кстати, зарубежных, да, мастеров, художников. В общем, город потрясающий. Мы с Аллой сегодня вечером будем драться. А драка наша будет заключаться в том, какой город в нашем путешествии лучше, Саратов или Самара. Я за Саратов, а Алла... А Астрахань? Астрахань? Астрахань нас съели. Ничего, так нет, красиво, вот как красиво, но ты сказал, что лучше всего Самара. Ну, так. Ах, Самара городок. Да. Ах, Саратов городок. А Саратов лучшие мужчины. В да. Саратове? Да, Саратов. Тут самые красивые девушки. Нет, их здесь да. много. Много, и они очень красивые. Очень, очень. Я прям шел три раза. Красивые. Я шел три раза, спотыкнулся. Смотря на девушек. А я думаю, где ты потерялся? Ну, спотыкался я. Ну, такие девушки ходят вообще просто потрясающей красоты. И вот мост, а вон капитан рулит нашим потрясающим теплоходом Сергей Кучкин. И сейчас мы идем пойдем к капитану, да, в рубку, на с ним познакомиться. Идем на Самару, пойдем познакомиться с капитаном, поговорить с ним о жизни, взять у него интервью. Но это интервью, скорее всего, появится уже в большом фильме. Да, в большом. Если получится, я, может быть, немножко смартфоном сниму какой-то ой, небольшой эпизод. Итак, Саратов, до свидания. Саратов, до свидания. Какую ты песенку хотела спеть про Саратов? Парней так много холостых. А я люблю своего мужа. Как, кого ты любишь? Женатого. Ну, я женат, да. Вот, да. Ой, там молния. Прям вот только что над твоей головой молния сверкнула, Алла. Честно, сейчас слушай. Слушай, сейчас будет. Вчера, говорю, мы с Волгограда уходили, был дождь, гроза, молнии сверкали. И сегодня все повторяется, потому что город со слезами на глазах прощается с лучшими котами России. Правильно? Мы еще вернемся. Обязательно вернемся. Сейчас будут грохотать, слушай. Вот.
Ой, какая молния сверкнула. Видел, не видела? Только что молния опять сверкнула. Афанасий Никитин приходит на нашу смену. Знаменитый Саратовский мост. Красавец. Посмотрите, в 60-х годах построен. Очень красивый. Как птица. А сейчас я вам покажу главного, старшего оператора среди котов. Сейчас я увидела грозу. Увидела молнию. Грозу ты не могла увидеть. Молнию увидела. Представляешь, как я снимаю? Без штатива даже. Как ты без штатива? У тебя штатив? Ну, штатив, но без штатива. Вот опять молния, видела? Красота. Люблю пузырьки на солнце.
какая красота-то. Путешествие. Дорогие друзья, чудесный вечер. И наш теплоход Алла, Сергей Кучкин, на всех парах несется к следующей остановке. Город Самара. Самара городок. Мы с огромной радостью ждем этот город. Мы очень его любим. Но и легкая грусть примешивается. Да. Потому что в Самаре наш с Аллой круиз подходит к завершению. Ну, это этот круиз подходит к завершению. Я надеюсь, что у нас их будет еще впереди много. Жизнь продолжается. Мы полны сил и оптимизма. Чего и вам, дорогие друзья, желаем. Путешествуйте, поднимайте свои задницы с диванов и отправляйтесь в путь к новым открытиям, к новым городам, к новым впечатлениям. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ну как, дорогие друзья, слюнки пошли? Я думаю, у вас точно пошли слюнки от такого здорового, красивого помидора. Добрый вечер, дорогие друзья. Новый год на борту теплохода Сергей Кучкин и устраивает самый настоящий хоровод. Мы сидим на месте, снежинка нам показывает движение, а мы танцуем все вместе. Готовы? Поехали! Эдуард Марчук и Клинт. Один из июня я призываю вас в 12 часов загадать свое самое сокровенное желание. И поверьте, оно непременно исполнится. Ведь самое главное – поверить в сказку, и чудо непременно случится. С наступающим Новым годом на борту теплохода Сергей Кучкин!